основные, если концептуально сказать, направления. Вот как раз про экономику. Очень... Я принес с собой табличку. Ничего здесь такого нет. Того, чего... Самый главный показатель роста экономики, рост валового внутреннего продукта по концу года ожидается 3,5%. Это хороший показатель. Это значит, что мы отыграли падение прошлого года. Там у нас было, по-моему, 2,1%. Если в этом году будет плюс 3,5, то значит отыграли падение и сделали достаточно серьезный шаг вперед. Накопило этот запас прочности и устойчивости в финансах и экономике. К сожалению, у нас подросла инфляция. Это так. Это где-то к концу года ожидается 7,5, ну, чуть, может быть, больше, к 8%. Но Центральный банк, правительство принимают необходимые меры. Мы можем еще об этом поговорить. Я имею в виду поднятие ключевой ставки и некоторые другие меры, которые ЦБ и правительство принимают. И исходим из того, что нам удастся вернуться к целевым показателям. Давно не было такого. Но, вот что особенно настраивает на такой позитивный лад, это 10%.